Друзья, всем привет! Выпуск под номером 173. Сегодня уже я вещаю с Киева. Вот, буквально 2 часа назад вернулись мы с Черновцов, ездили на Новый год в горы. Круто отдохнули, круто зарядился энергией. Кстати, если ты не смотрел эти выпуски, обязательно посмотри. Я там 2 раза поднимаюсь на горы. Один раз в прямом эфире, другой раз по влоге. Вот, что будем делать сегодня? Первое, пообщаемся на тему настойчивости, на тему качества работы и почему никогда не нужно сдаваться. Также поставим цель на день, позанимаемся спортом. Ну и что, друзья, как всегда, счастья, здоровья, подпишись на канал, поставь лайк, погнали! Настойчивость и качество в работе – это верный путь к успеху. Я пришел к тому, что качество в работе – это путь к успеху тогда, когда я, не знаю, десяток раз, наверное, выполнил некачественно работу, и мне приходилось это все переделывать. И потом я просто пришел к тому, что лучше сделать 1 раз качественно, чем потом 10 раз переделывать. Вот, качество, оно оценивается, да, настойчивость, на самом деле, она нужна во всем, да, потому что в любой момент можно бросить, в любой момент можно перенести, отложить на год, на 10 лет, там, на месяц, и потом обязательно к этому не вернуться, да, и будет это постоянно за нами как хвост бегать, да, что мы что-то должны выполнить, вот, и поэтому, в принципе, настойчивость и качество в работе – это основополагающее по достижению к успеху, да, без этого просто никуда. Те люди, которые выполняют некачественно, да, к ним вряд ли кто-то дальше обратится, да. Одно дело, когда ты дешево продаешь услуги, да, а другое дело, когда ты продаешь дешево некачественные услуги. То есть, вот, когда ты продаешь дешево качественные услуги, то есть, это еще полбеды, да, ты поднимаешь цену и все хорошо. Но когда ты продаешь дешево некачественные услуги и делаешь их некачественно, ты просто из этой ямы, никогда не выберешься. На фоне того, что я сам начал качественно выполнять, сколько по времени я выполняю качественно? То есть я до 20 лет, я пытался делать, меня дедушка еще учил, на самом деле, что всю работу необходимо выполнять качественно. Ну, как у нас происходит, да? То есть мы учимся за счет своего опыта, да? То есть я потом понял его слова, что действительно лучше сделать 1 раз, чем потом 10 раз переделывать. Я просто в какой-то момент, когда слишком много стало в моей жизни того, что я постоянно что-то переделываю, я просто начал фокусироваться на мелких вещах. Мне на самом деле было очень сложно фокусироваться на мелких деталях, выполнять их качественно, потому что я тогда еще считал, что вот эти вот мелкие детали, они из себя ничего не представляют, да, то есть нужно, я думал, глобальное что-то делать качественно, да, а мелкое можно, сделать вот как-то так. Но дело в том, что оно просто за тобой постоянно потом гоняется. Если ты хочешь чего-то достигнуть, обязательно должно быть качественно. Ты должен делать так, как никто другой. Вот до глубины костей это необходимо прочувствовать. Либо ты не занимаешься этим вообще, либо ты, если делаешь, то делаешь так, как никто другой, да, уделяй максимум этому времени. То есть к качеству твоих услуг, да, или товару, что ты там делаешь, да, не должно быть никаких претензий. Да, понятно, что претензии могут быть, но ты должен отвечать за это. Это как имя твое, да, это как лицо твое. Без этого просто никуда. Настойчивость появится только тогда, когда ты пару раз сделаешь качественно вещи, да, качественно услугу предоставишь, качественно какой-то товар произведешь, то, что ты сделаешь, и ты получишь отдачу. И когда ты делаешь качественно, ты в любом случае получишь какой-то результат. И здесь нужна настойчивость. Без настойчивости ты ничего просто не закончишь. Настойчивость нужна для того, чтобы довести, да, на самом деле, мир не принимает с первого раза, да, в основном не принимает с первого раза идеи, да, то есть, если ты во что-то веришь, если ты хочешь что-то донести, ты должен делать до тех пор, пока мир не признает это. Без этого никуда. Не думай, что ты сейчас генерируешь такую идею, которая зайдет всему миру. А вдруг, если мир не примет, то это мир такой плохой, да, ты сам такой хороший. Это означает, ты не донес это. За все нужно бороться. Дело в том, что действительно за все нужно бороться и необходимо доносить мысль, доносить идею, показывать. Если здесь не приняли, идти дальше. Тут не приняли, дальше. Если ты веришь, все, это уже,
это уже что-то означает, да. Теперь задача, чтобы поверили остальные. Для этого необходима настойчивость. Без настойчивости ничего не будет. Ну, абсолютно ничего не будет. Ты попробуешь, ты поймешь, что у тебя что-то не пошло, а обязательно что-то не так пойдет. Да, у нас в голове все рисуется красиво, да, в голове у нас все круто обрисовывается, план действий очень четкий, прописанный есть. Да, когда касается жизни, все идет не по плану. И поэтому настойчивость очень важна. Без настойчивости и без качества никуда. Никогда не сдавайся. Ты проиграешь только тогда, когда ты признаешь, что ты чего-то не можешь, что ты сдался. Да? Одно дело, когда ты признаешь, что ты чего-то не умеешь, и ты идешь приобретаешь навык. А другое дело, когда, допустим, весь мир говорит о том, что это не может быть так, этому не место, а ты знаешь, что это место, потом ты начинаешь верить миру, и, собственно говоря, так и происходит, да? Самолет, представляешь, самолет, что такое было раньше для людей самолет, или ракета, космос, это вообще что-то нереально, а сейчас, или телефоны, то же самое, сейчас это просто у нас есть, и это является нормой для нас только из-за того, что кто-то когда-то в это поверил и донес это, и донес эту идею. Вот, вот просто изучи биографию, как это происходило, да? Ведь по факту, когда что-то происходит нереальное, невозможное, то, чего до этого не было, ну, нету этому подтверждения, что это норма, что это нормально. Соответственно, весь мир будет говорить тебе о том, что это невозможно. Именно поэтому никогда не сдавайся. Давай подытожим. Никогда не сдавайся. Настойчивость и качество в работе – это верный путь к успеху. Все, если ты хочешь чего-то достигнуть, бери, фигач, фигач, фигач в одно место. Обязательно с этого что-то получится. Верь себе. Если ты в себя веришь, другие в тебя поверят. Если ты не будешь в себя верить, никто в тебя никогда не поверит. Вот, друзья, вот такая вот идея. Если понравилась идея, поставь лайк. Знаешь, человека, которому этот ролик поможет, замотивирует, обязательно с ним поделись, он тебе будет благодарен, я тебе буду за это благодарен, за то, что поделишься. Ну а так что, друзья, движемся дальше, выходим сейчас на улицу, будем заниматься спортом, ставить цель на день, погнали! Так, друзья, выбрался на улицу, кстати, что я еще заметил? У меня раньше, когда я употреблял алкоголь, курил сигареты, период акклиматизации после любой поездки занимал там примерно 1-3 дня, ну то есть это пока я войду пока я войду в рабочий режим. То есть, почему? Потому что, ну, все поездки были там с алкоголем, да, ты постоянно себя там после этих поездок плохо чувствовал, нужно было отходить. Вот, и, собственно говоря, я заметил, что я буквально, мы сегодня вот приехали, да, с Черновцов, там 2 часика буквально отдохнули, и все, и я вот сейчас вышел на улицу, уже снял основную часть влога, вышел на улицу, и я понимаю, что ну, у меня наоборот, заряд энергии, да, у меня силы есть. Я раньше думал, что после отдыха необходимо снова отдыхать, да, то есть я, в принципе, не до конца понимал, как можно так отдохнуть, чтобы после отдыха сразу войти в рабочий режим, то есть у меня всегда было где-то 3 дня, да, для того, чтобы войти в рабочий режим, и я, вот для себя, это, ну, вот, так сказать, открытие для меня, да, то, что вот буквально за пару часиков ты уже можешь войти в рабочий режим. И что я еще поймал, какой инсайт я поймал, да, в горах, о котором не говорил, о том, что когда ты привык отдыхать с алкоголем, да, с сигаретами, то ты потом как маленький просто учишься этому всему, отдыхать без вредных привычек, да, получать эти эмоции, жить с этими эмоциями, да, ты как маленький просто учишься этому всему, то есть это все в новое, в новинку, да, и это нужно понимать, что не ты какой-то не такой, да, что ты без алкоголя, без сигарет там не можешь себя уютно чувствовать, да, это просто мы с детства, в детстве мы это умели, да, потом мы разучились из-за того, что там систематически, к примеру, ну,
употребляли алкоголь, что основная мысль это то, что необходимо просто по новой всему учиться. Вот, и нужно к этому быть готовым, это нормально. То есть не думай, что если у тебя что-то не получается, если ты там не можешь себя контролировать, в плане того, что там думаешь, что на тебя как-то со стороны смотрят, что ты там не употребляешь алкоголь, не куришь сигареты, понимаешь, что это нормально. То есть необходимо просто по новой научиться относиться к жизни. Вот. Ну, просто этому учишься точно так же, как учился раньше там, тому, чему ты не умел. Так, друзья, вот такая вот идея, такие вот наблюдения за самим собой. Сейчас идем заниматься спортом, будем ставить цель на день вперед. Целям на день на сегодня это купить вот такой вот держатель для моей второй треноги, которая там 1,5-метровая, вот, чтобы можно было себя снимать, потому что с этой неудобно, она буквально там 30 сантиметров, никуда ты ее не установишь, вот, а та поломалась в поездке, нужно будет сегодня найти этот держатель и приобрести. Вот такая цель на сегодня. Вам, друзья, всем желаю продуктивного дня. Ставьте цель на день, выполняйте. Кстати, напоминаю про наше закрытое телеграм-сообщество по постановке цели на день. Там как происходит? Ты ставишь каждый день цель, я контролирую, чтобы эта цель была правильная, то есть конкретная, измеримая и не рутинная. Вот. И таким образом ты постепенно добиваешься своих там основных целей. Вот, все ссылки в прикрепленном комментарии. Вот, если тебе это интересно, напиши мне, пообщаемся, я тебя добавлю. Нас там 13 человек. Вот, было больше, было в 2 раза больше, но часть людей подобивала своих целей, часть людей просто удалила из-за того, что первые там 5 дней все ставят цели, а потом перестают, потому что это действительно сложно. Сложно себя постоянно держать в фокусе и постоянно чего-то добиваться. Вот, друзья, всем продуктивного дня. Тогда прощаемся. Прощаемся ненадолго, прощаемся до завтра. Да, и поставь лайк, подпишись на канал, если не подписан. Напиши комментарий. На комментарий, вопрос лучше я отвечу в следующем ролике. Все, пока-пока, до завтра.